21 сентября в детском саду «Ивушка» в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, а также в рамках проведения профилактических мероприятий «Детское кресло» и «Внимание, дети», работниками дошкольного образовательного учреждения совместно с сотрудниками ГИБДД были проведены практико-ориентированные занятия по изучению правил дорожного движения. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Абдулмасыр Тавбиев провел профилактическую беседу с воспитанниками дошкольного учреждения, в котором подчеркнул, что на проезжей части всегда нужно быть настороже и внимательно переходить дорогу. Перед вашим садиком стоит пешеходный переход, знаки, и обязательно нужно перейти по этой зебре. Мы проводили экскурсию с классами вашей учреждения, и, конечно, еще раз будем повторять это, потому что, когда мы стоим, когда мы бываем рядом с вами, конечно, водители вас пропускают. Ну, когда, к сожалению, когда вас нету, надо этот нас рядом, взрослых, водители могут вас и не заметить, и поэтому надо быть внимательным, надо быть внимательным, посмотреть по сторонам. Инспектор по делам несовершеннолетних Зарима Магомедова в воспитательной беседе с подопечными учреждения обратила внимание на такие проблемы, как разговор с незнакомыми лицами и прикосновение к подозрительным предметам. Первое, что мы должны делать, если обнаружили вот на улице вашей школы, во дворе садика, какой-нибудь пакет подозрительный, как он должен поступать? Можно пакет трогать? Нет! Вот мальчик может сказать. Что нужно делать? Не трогать. Не трогать, а что правильно. Нужно сделать, Мадина? Что потом нужно еще сделать? Не брать пакет, потому что в нем может быть замечательный. Правильно, умница. Не трогать пакет. Не подходить к нему. Что еще мы должны делать? Позвонить в полицию. Правильно. Вы можете, если у вас есть номер, если у вас есть телефон. И учительница. Вот умница. Если у вас есть телефон, позвонить по номеру 02. Или же подойти к своему учителю, воспитателю и сообщить им. Они уже в последующем сообщат нам. В рамках мероприятия были организованы выступления детей со стишками и играми о важности соблюдения безопасности дорожного движения. Тормози скорее, шофер, красный глаз глядит в упор, это строгий светофор, вид он грозный напускает, ехать дальше не пускает. Обождал шофер немножко, снова выглянул в окошко, светофор на этот раз показал зеленый глаз. Замигнул и говорит, ехать можно, путь открыт. Правил дорожных на свете немало. Всех бы их выучить нам не мешало. Но основное из правил движения знать, как должны таблицу умножения. По мостовой не играть, не кататься, если хотите здоровым остаться. Курбан Гериханов, Зарима Хайбулаева, Пирмагомед Пирмагомедов. Информационная программа «Пульс».